С возрастом в организме активизируются процессы старения. Степень их выраженности после 50 лет напрямую зависит от генетических факторов, образа жизни и состояния здоровья. Можно затормозить изменения в мужском организме, если правильно питаться, заниматься спортом, выполнять рекомендации докторов. Снижение тестостерона. Мужские проблемы после 50 связаны с гормональным фоном. Выработка основного гормона, тестостерона, с возрастом снижается. Он играет важную роль в мужском организме, отвечает за формирование мышечной ткани и скелета, распределение волос по телу. На фоне его недостатка повышается концентрация женского гормона, эстрогена. Это приводит к эректильной дисфункции, увеличению веса, хрупкости костной ткани, нарушению работы половой системы, ослаблению мышц. После 50 лет концентрация этого гормона неизбежно снижается, поэтому нужно отрегулировать образ жизни и питание. Отрицательно влияет на выработку тестостерона чрезмерное употребление газированных напитков, алкоголя. Из-за частых эмоциональных нагрузок повышается адреналин, который подавляет продуцирование гормона. Нарушение циркуляции крови – проблема, с которой нужно бороться. Без лечения это приводит к инфарктам, инсультам и другим сердечно-сосудистым болезням. При замедлении кровообращения наблюдают отечность в ногах, холодные конечности, частые простуды, скачки артериального давления. Причина изменений – организм не получает необходимых питательных веществ, минералов, витаминов. Чтобы нормализовать этот процесс, пересмотрите свои пищевые привычки, ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом. Если есть болезни сердца, лучше проконсультироваться с врачом. Здоровье 50-летнего мужчины зависит от метаболизма. В зрелом возрасте он замедляется. Это приводит к появлению избыточного веса. Чтобы нормализовать обменные процессы, есть нужно часто и небольшими порциями. Необходимо восполнять дефицит витаминов и минералов, в том числе витамина В6, йода, хрома и кальция. Чтобы ускорить метаболизм в мужском организме, соблюдайте следующие правила. Пейте больше воды, зеленого чая, не пропускайте завтраки, высыпайтесь, ешьте белковую пищу. Замедление кровообращения, старение сетчатки глаза, воздействие внешних факторов отрицательно влияют на остроту зрения. Перешагнув 50-летний рубеж, мужчины подвержены разным болезням. Глаукоме, катаракте, слепоте. Если вы не хотите носить очки или столкнуться с серьезными глазными проблемами, соблюдайте профилактические меры. Во время работы за компьютером или прочтения книг делайте перерывы. Глазам ежедневно нужна зарядка. Простые упражнения вы сможете выполнять даже в общественном транспорте. Чтобы замедлить деградацию зрительного нерва, ешьте больше растительной пищи, обогащенной витаминами А и Е. Изменение слуха возникает из-за воздействия сильного шума, травмы, атрофии органа, замедление нейронно-сенсорных процессов. Важную роль играет эмоциональное состояние мужчины. Процесс снижения происходит постепенно, практически незаметно. Если появился шум в ушах, ухудшилось восприятие негромких звуков, обратитесь за помощью к врачу. Главная причина остеопороза у мужчин после 50 лет – нарушение гормонального фона, дефицит кальция. Микроэлемент не может полноценно усваиваться из-за недостатки тестостерона. Хрупкость костной ткани иногда бывает связана с хроническими болезнями, длительными приемами лекарств, наследственной предрасположенности. Для профилактики и лечения остеопороза врач назначит препараты, которые препятствуют вымыванию кальция из костей. Большое внимание нужно уделить питанию. Чтобы предотвратить изменения костных тканей, включите в повседневный рацион продукты – рыбу, творог, печень, сухофрукты, диетическое мясо, растительное масло. Уменьшение полового влечения. Снижение либидо зависит от возраста, гормонального фона, работы предстательной железы, эмоционального состояния. Почти все мужчины старше 50 лет сталкиваются с такой проблемой. Исправить ситуацию поможет андролог или уролог. Прежде чем начинать лечение, важно выяснить причину импотенции. Если изменения связаны с гормональным дисбалансом, мужчине назначают курс терапии. В комплексе нужно принимать успокоительные средства, витамины и стимуляторы выработки тестостерона. Хорошо помогают физиопроцедуры, занятия спортом. К этому добавьте правильное питание, активный образ жизни и хорошее настроение. Так вы сможете повысить мужское либидо. Сокращение мышечной массы. Вырезать. Жизнь мужчины после 50 лет связана со снижением эластичных мышечных волокон. Выполнять физические нагрузки с былой силой и энергией уже не получается. Чтобы сохранить мышечную массу, регулярно занимайтесь спортом. Лучше отказаться от интенсивных тренировок. Это может негативно отразиться на здоровье. Привести мышцы в тонус, сохранить их эластичность, поможет растяжка.
Возрастные изменения приводят к нарушениям памяти, мышления. Такие процессы в мужском организме вызывают эмоциональное напряжение, стрессы, депрессии, расстройство работы головного мозга. В возрасте старше 50 лет для повышения внимания, улучшения умственных способностей, памяти нужно вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Исследования показали, что мужчины чаще сталкиваются с нарушением памяти, чем женщины. В группу риска попадают люди, страдающие от гипертонии, сахарного диабета или избыточного веса. С целью профилактики таких проблем выполняйте упражнения для тренировки памяти. Откажитесь от вредных привычек.